Всем привет! В эфире шоу «Апшеронских мудозвонов» на АСТВ. Здравствуйте вам! Салам! АСТВ! Всю Азербайджану, а не мне или тебе! Спасибо нашим гостям, которые уже присоединились к интереснейшему разговору. С удовольствием вам представляю в очередной раз Захурмана Нафталы, придворного картографа и портретиста, самоучку. Салам! Ай, молодец! Закон Албарани, Чабан Передвижник, овцеолог, барановед и логодержатель. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Маразм Бакинский, и сегодняшняя тема нашей телепередачи, конечно же, наша великолепная Мехрибан Алиева, которая совершенно недавно была назначена... Вдруг! Неожиданно для всех. Неожиданно для всех. Такая красивая. Да. Вице-президентом была назначена. Несколько интересных, значит, таких... Я специально шайтай-машину взялся. Да, коллега, пока вы будете искать нужный материал, очень так. Красивый. Я очень красиво изображу наше будущее нашего Азербайджана. Отлично. Вот, ну, вы занимайтесь своими делами. Она такая красивая, как моя Люча. Она отличница, врач и кандидат философских наук, очень важно. Она великолепная мать. Жена, бабушка, понимаете? Потрясающая вот история есть у нее о связи с Николя Саркози. Французский политик вручил ей орден. Офицер почетного легиона. Да, офицер. Лично нацистскую это, на грудь ей прикрепил орден офицер почетного легиона. Потом злые языки стали утверждать, что у нее также есть орден картошки, который ей вручил сам Лукашенко. Ну ладно, не будем говорить. Астеве! Все Азербайджану, а не мне или тебе! Ай, молодец! Да. Но у меня есть потрясающая история, которую мы сегодня получили в нашу редакцию. Я вот беру шайтан-машину и прямо без всякого стыда начинаю цитировать. Итак, что? Приветствуя решение президента Азербайджана, храни его Аллах, Ильхама Алиева, назначить на должность первого вице-президента страны свою супругу Мехрибан Алиеву, Союз мусульман Казахстана, храни их Аллах, и Мусульманский комитет по правам человека Центральной Азии, и их храни Аллах. При поддержке азербайджанских мусульман предложил назначить на пост министра обороны президентскую тещу. Мудрость! Астеве! Все Азербайджану, а не мне или тебе, молодец! Как показывает история, именно теща может обеспечить не только надежную охрану рубежей государства, но и личную безопасность главы государства. Руководство Союза мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека Центральной Азии считают, что назначение на высшие государственные посты близких родственников обеспечивает хорошее взаимопонимание чиновников и эффективное управление государством. Когда твой вице-президент находится рядом с тобой в одной кровати, ты можешь не только его пощупать, погладить, но и что переказать ей что-нибудь. Ахчи, принеси воды, где мои частики, всякие такие вещи. Очень важно, чтобы ты был все время... У меня вопрос. Да. А вот это Эрменистан Искандар, вот это вот что говорит, вот это. Это все. Теща что может сделать? Может плюнуть на ней. Сильно. Плюнуть на Искандар. Плю на вас. И это правильно. Короче, вы сделали смелый и решительный шаг в совершенствовании государственного менеджмента. Непонятное слово. Менеджмента. Менеджмент это когда вот что-то не получается, ты приходишь, говоришь, вот так вот надо. Вот, и получается. Спонсор скажи. Ты скажи. Я скажи, спонсор скажи. Давайте я скажу. АСТВ, все Азербайджан, а не мне или тебе? А, это говорит. Да, понял, да. Короче, не обращайте внимания на злопыхателей и продолжайте в том же духе, дорогой Ильхам Алиев. И еще, желаю помочь нашему президенту в подборе надежных кадров. Интеллигенты из шоу «Апшеронских мудозвонов» выразили готовность предоставить вам как бы три новые жены как бы. Ага. Потому что именно им вы можете доверить самые ответственные посты в государстве. Я это, свой парашка отдам.
Все, да? Президенту Адам Барашку. Что получилось у нас? Друзья мои, у нас получилось наше симпатичное будущее с нашего Азербайджана. Так? И обратите внимание, какой симпатичный у нас будущее. Ради такой будущности мы будем корой стоять. А это что? Это вот это. Это принадлежит одному человеку, другому уже. Вот. Не принадлежит. Не, бля, принадлежит нам всем, конечно. На этом все, и наше традиционное бе. Наш вице-президент.